Всем привет, дорогие друзья. С вами, как обычно, Enter и Tutti Frutti, и я. Да, у нас небольшой эксперимент. Я сегодня делать абсолютно ничего не буду, просто залью видос на YouTube, а вы будете смотреть, как мучаются эти двое. И карта у нас, в общем-то, варпак. Ой, варпак, варкап 235, карта Багджанг. Очень классная карта, которая, возможно, должна была быть на ДФВЦ, судя по финалу, не знаю, надо будет у бага уточнить. Ну и, в общем-то, да, что это говорит? Я бы допилил эту карту ДФВЦ, тут куча всякого нехорошего. Ладно, потом по мере обзора посмотрим. Так, Тутти, ты играл эту карту, проходил? Или ну так, немного. Ты прошел ее? Да. За сколько? 4 минуты вроде. Окей, показывай. Так, Circle у нас так. Circle, теледжамп, посмотрю. У нас развилочка с джампаном идет тут. Ба, не завязал. Скиллово. Так. Спокойно. Опа, тут гранаты. Кирпичики. Да, гранаты, смотри, смотри. Видим там платформу. Хочется на нее запрыгнуть, а там. Не получится у нас ничего. Там телепорт. Так. Гранатки, вот это все. Видим, там что-то есть. Че? Залезаем, смотрим. Пали куда-то, смотри. Да-то упали. Ты этого не ожидал, Егор, да? Не, я туда падал. Опа, тут оп. Да, тут оп, между прочим, Г. Так. Вот вверху бой еще есть. Г это значит гол без прыжка, значит. Да. Смотрим, смотрим. А тут Хейст. Из Австралии приехал. Да. Телепорта вниз нету, поэтому приходится падать. Ну, как-то, не знаю, как-то за ним очень долго ходится. Тут еще есть лов, кстати. Так. Плохой такой. Дается ракета, 10 патронов. Тут начинается какой-то ракет-спам. Просто очень динамичный. Сверхдинамичный. Прыгаем, прыгаем. Еще один телепорт. Угу. Ох, теледжамп какой. Туманчик, туманчик. Скорее всего, он нас телепортнет. Собственно, да. Дизайн, конечно. Ну, за дизайн она, да, очень круто. Да, неплохо. Прям так хочется где-то посмотреть, что там. Полазить, костры увидеть. Костры в клипе. Да. Ну, тут комната прям вообще у него сделана. Хз, я бы так не сделал. Крышу. Вот это все. Какие-то кристаллики даже. Первое впечатление, а не впечатление от того, как ты показываешь, прям кажется, ты очень быстро мышкой двигаешь. Ну у него сенс у зерга. Зерга. Какой у тебя сенс? Будевский. Это сколько? О, там какая-то дырочка. Кстати, да. Что там за дырочка такая? Чего, чуть-чуть секретки? Опа! Опа! Ну-ка посвети ему этой. Не-не-не, так не. О, нет, тут ничего нет. Окей, а тут что у нас? Опа. Вода. Опа! Да, опа! Открытие! В прямом эфире! Дископати! О, кассир! Мини-мини-телепорт. Мини-телепорт! Он куда-то выбросит нас. Капуста. Так, так. Звитно, смотри, звитно. Ириски. Это, наверное, жвачки, да? А, ириски. О, да там, конечно, тут сделал, да. А чё, постреляй-ка в кнопку-то. Ну ладно. Не выбил ничего, жаль. Вот так хотелось поесть. Да, ограбление. Он еще деньги туда закинул, ты посмотри. Это какая-то моделька прям, слушай. Ну да, ну он скачал ее, да? Так, а телепорт нас, наверное, наружу какие-нибудь. Да. Сразу такая музыка. А, да, музыка. Я ambient 0 поставил, поэтому я не слышу. Ну ладно. Там у нас пофига, как вы заметили, да? А в другой стороне? А в другую? В другой стороне у нас кладик. Так. Без телепорта на 10 секунд. Угу. Так, а проходить с квадом можно, получается? Да, можно. Мы что-то заедем долго ходить. И видим какие-то рампочки. Какие-то так. Такие рампочки, да, так, можно так. Что-то делать. Угу. Сейчас мне не получится теперь. И когда мы падаем на джампад, нам дают одну ракету,
И пока что все, у нас пока что ничего нет. Ну, так. Если мы по фугоне подбираем. Ну, я-то подобрал. Да. И когда мы пересекаем этот триггер, нам дают плазму. Не, она прям с ракеты дает, по-моему. Не. Воу. Вот это место, кстати, да. Я его отмечаю. Потому что вот оно есть. Очень кривое. Да. Сколько годных попыток, Enter, ты запорол вот на этом месте? Вот такой вопрос. Много. Они прям очень неудачно сделаны, это место. Не знаю, чем это было вызвано. А что там наверху? Еще один проход? Вот я не знаю, я не могу здесь. Посмотри. Мы девмап не сделали. Ну сейчас-то не надо. Сейчас я подойду после этого. Угу. Эти карточки красивые. Место у нас особо есть, да? Третий оп. Опа, третий оп. Горит. Видим сразу просто. Очень много мест, куда сходить. Можно вниз сходить. Кстати говоря. Вот тут вроде есть G, да? Но, бля. Ты не подпрыгнул. Да. Вроде оп. А опыта нет. Ну, потому что баг — это мудрый маппер. Он положил оп-текстуру только туда, где есть оп. Да, туда. Окей. Так. Тут оп есть. Какой-то там какие-то кнопочки, да, получается? Да, еще кнопочки. А что он делает? Ткни ее. Вау, она тебя как кидает круто. Да, можно даже без опа вылетать. Прикольные кнопочки, мне нравятся. Надо спиздить. Опа, закрыто. Опа, закрыто. Пустите. Она, кстати, открывалась. Ты не успел просто. Ну ладно, не успел. Ладно, придется по кнопочкам. Во, видишь, открылась. Давай. А хейст дается прямо успел. Навсегда. Дается хейст, да, очень навсегда. Много хейста дается. Тут у нас БФГ. Вот это место, оно прям вообще не очень удобно вообще. Что она как-то в центре, тут какие-то столбики, как вообще это проходить, если не понимаю. Можно также там поверху вот тут пройти, с даблджампа, вон с тех вот там. И тут нам дается сколько ракет. Есть ракет. Блин, у меня мозг болит, ты так быстро показываешь разные стороны, я не успеваю сфокусироваться. У нас отличный контент для детей. Для детей, чтобы развивали свое зрение. Так, тут тоже, в принципе, как-то тоже неудобно. Вообще концовка какая-то неудобная все. Как-то подстреливаться надо, вот это вот что-то все мешается. Ну да ладно. Тут у нас, видим, патрон для ПФГ. У нас теперь 16 вместо одного. Тоже какие-то местные. О, гранат еще. Да. Человек поставил ВР, о, тут гранат. Вообще. А если вниз упадешь, что будет? Вниз упадешь. Хуй что найдешь. Будешь заново проходить. Так. Возвращаемся к гранате. Так. У нас тут есть граната. О, там еще падик у стены какой-то. Да, вот так. Я к нему и иду. Так. Тут есть падик, там его нет, падика. Так. А сверху падик. Что-то есть. Чё? Это, наверное, если ты с этого... С оба? Оттуда с вылетаешь? Нет, попробуй. Нет, тут не тут еще есть. Так, вот это интересно, чё. Так. Или с буфы не попробуй залезть. А вон по мостику можно забраться. Какой он длинный. А, они еще разные эти были. Ага. Ясно все. Колк, все понятно. Ясно. Это, короче, не для тех, кто сюда залазит. Это для тех, у кого комп говно. Ну и 8.30, easy, и написано DFVC. Кстати, буковки прикольные. Это, судя по всему, тоже 3D модели. Хотя, ну, может нет, быть. Да ладно. Ну и может быть, не знаю. Нет, это не модели. Они убивают. Не убивают. ДФВЦ убивает. Это главный вывод, который вы должны сделать, играя на этой карте. Ну, дизайн здесь, конечно, вообще офигенный. Все атмосферненько, все очень сделано.
Ну и не знаю, что-то тути. Тути, шмути, есть что-то добавить еще? Нет. Давай я. Побубню немножко. Так, а давайте дубмап заводка. Да-да-да, дубмап заводка. Как обычно. Да. Как обычно, да, мне как обычно. Энтеру как обычно. Он без читов карту не проходит. Вы как бы должны понимать это тоже. Так, ну что же сказать. Начало стандартно, просто три прыжка. Вы говорили, что в CPM. Uh-huh. Есть возможность в CPM здесь сделать дабл джамп, но в принципе это здесь не нужно. Потому что с дабл джампом мы будем втыкаться в эту рампу. Плюс, так как нам дали плазму, можно сделать бусты. Бусты начинаются. Плазму, кроме как на первом приземлении, здесь нигде больше пока не завязать, поэтому просто делал два прыжка, один буст, который у меня сейчас не получился. Сейчас еще раз. Надо здесь позиция, кстати. А с бустами разве не медленнее здесь будет? Скорость намного больше и вылет лучше. Без бустов ты так плохо вылетишь. Нет, ты. Ну, если ты будешь проходить... Нет. Что, не будешь? Не буду. Так, дальше. Дальше показали то, что есть проход сверху, вот эта вся фигня. В физике CPM, как я видел в демках, и вообще очень многие люди почему-то плазмили по вот этой стенке, потом плазмили по этой стенке, потом сворачивали и падали на этот пад. В принципе, это логично, нормально. Здесь тоже все. Да что такое, я просто разучился делать. Что такое? Это все из-за пинга. Да у него пинг 17, алло. Что-то нажал. Слышал, что-то нажал? Да-да-да. Типа скрипт на ГБ такой. Опа. У него спидлида, смотри, какая 869. То есть народ приходил на эту стенку, потом плазмил и падал на этот пад. Я не знаю, зачем надо было переходить на эту стенку, если в физике CPM можно было прямо с той стены завернуть сразу сюда. Сейчас попробую. То есть мы нажимаем назад, заворачиваем и летим прямо на этот падик. В принципе, просто. В полете нам дают рокет. И, то есть его дают вот... Вот этой линией, то есть в 10 стенки. То есть можно было прыгнуть и сразу, как только дают рокет, спокойно стрелять в стенку. Это нам давало скорости. Дальше немного слик, дабл джамп. Не знаю, кто-то может делать без дабл джампа, мне показалось, что так будет лучше и удобнее. Спам ракетами. Здесь у меня было вариант. Первый вариант после дабл джампа вот в эту стенку стрелял. Вот в эту стенку стрелял. И дальше в пол, дальше правая стенка и в телепорт. Второй вариант после вот этой стены брать как можно левее, приземляться вот на вот эту вот, как сказать-то, рампочку, вот эту рампочку, да, на нее и стрелять горизонтально, то есть в стену. Теоретически скорость тогда больше получалась, но из-за того, что скорость здесь большая, очень сложно было сюда вырулить. То есть, на самом деле, когда как. Теоретически прохождение через эту стену, через рампу быстрее, ну и поверху проходится, но не знаю. Я потом тестил, у меня почти одинаковый тайм получался, что сверху, что снизу. Вот. Дальше мы входим в телепорт. И слышал, да? Он нажал скрипт на next комнату. Ты слышал такой четко? Нет, я нажал save pause, у меня просто на большой кнопке Enter. Вот. Enter, save pause. Вот. Телепорт. Естественно, тележамп. Тележамп, три прыжка, то есть мы как можно сильнее выпрыгиваем, стрейфимся. Здесь, в принципе, неплохо подобрано расстояние, чтобы в несколько прыжков мы приземлялись прямо на этого слик. Плохо подобрано. Плохо? Да, тут если ты хорошо выпрыгиваешь, то ты попадаешь почти к самой рампе прыжком. И ну вот, будет... значит, сделано не для супер хороших, для средних каких-то. Для энтера сделано. Я прям так, меня раздражали эти стенки. Я брал чуть-чуть правее и втыкался вот в этот угол. То есть один раз воткнулся, все, тайм запорот. Это то же самое, что на стенке все килл-триггером покрыть было бы то же самое. Это идея для пуни, кстати.
Вот. Я прошу мапперы, если делаете такой, вот такие стены, пожалуйста, покрывайте их клипом, чтобы нельзя было в них застревать, потому что это очень сильно раздражает. Что здесь, что, что в начале на... Сейчас покажу. Вот здесь вот тоже в начале можно было в них втыкаться. Вот здесь вот эти стены все точно так же покрываются. Вот. Ну, в общем, это... Вот здесь, кстати, покрыто клипом, согласен, это нормально, по ним можно попрыгивать. Но почему баппер не закрыл вот эти стенки, я не знаю. Ну, я, кстати, ни разу эти стенки не зацепил. А я зацепил. Я тоже много раз цеплял. Ну, то есть я кривые. Стрейфиш здесь вот берешь чуть-чуть правее и опа, и воткнулся. Нельзя... Не знаю, я не зацеплял ни разу. Ну прям вот ни разу не зацепил. Я даже не думал. Я обычно. Обычно после тележампа я зацеплял. Димон слишком сильно вот. А здесь вроде как два прохождения, либо по вот этой вот полурампе, да, либо по слику и даблджамп. Ну, логично то, что слик быстрее, чем проходить поверху. Он и в Q3, и в CPM оказался быстрее. Да. Тут туман кривой. Он плохо положен, этот... или непрозрачный. Туман должен быть, у меня все синий пол какой-то. Да, да, это по идее туман должен быть, но тут просто синяя вот такая фигня. Положил его как-то фигово. Ладно, сейчас еще раз. Тут пол нормальный, вот. Да? А, ну то да. Есть стрейфим, немножко сликаем, делаем дабл джамп и улетаем прям далеко. А по моей дорожке, как я проходил, после дабл джампа я прям идеально приземлялся на краешек вот этого пада, ну либо чуть-чуть раньше. И так получалось то, что я приземлялся на этот пад, потом долетал до вот этого краешка, дальше летел на самый низ вот этой большой рампы, то есть вот здесь вот я получал кучу скорости. Если чуть сильнее стрейфить на следующий пад, то получается, что перелетаешь эту всю большую рампу и скорости не получаешь нифиг. А чуть медленнее тоже получается, ты на середину куда-то приземляешься и очень неудобно здесь никуда поворачивать. Здесь у нас три варианта прохождения. Вариант номер один, мы бежим, берем направо, берем этот, как называется, квад, стреляем рокетом, не получилось, ну ладно. В общем, мы с квадом стреляем рокетом, потом плазмим поверху и улетаем наверх. В принципе, нормальный вариант. Вариант номер два — это прохождение слева, вот с этой стороны. То есть мы... Ой, я не взял. А, у меня есть, кстати? Да, есть бафуга. 999, вот эта точка. То есть вариант номер два — мы заворачиваем налево, пропрыгиваем в телепорт и с бафугой проходим дальше. То есть вставляем ракеты, дальше бафугой и туда улетаем. Вариант номер три — мы забиваем и направо, и налево, прыгаем просто вниз, вставляем ракеты, переключаемся на плазму и плазмим наверх. Где-то до... вот так вот, где-то до такой высоты. Я, в принципе, тестил все, но мне больше понравился вариант с бафугой, потому что на очень большой скорости, когда там пролетаешь, у тебя скорость там 1500, вот это расстояние пролететь буквально за 2-3 прыжка очень быстро. И очень большой плюс в том, что тут есть бафуга, потому что я пробовал возвращаться с плазмой, с квадом, но такого хорошего вылета, как с бафугой, у меня подручалось. Здесь я пробовал какие-то другие пути, типа вот этой рампы, или, ну, к сожалению, ничего не нашел, потому что плазму нам дают только после того, как мы падаем вниз здесь вот. То есть нам здесь дают один рокет и 50 плазмы. Вот. Таким образом, что я делал? Прыгаем вниз. А, нет, я сначала проходил, брал бафугу. Она, кстати, здесь опозится. Вот, я вылетаю. Ультимейт сделал просто. Не, я включил ноклип, выключил, чтобы на одном месте здесь появляться, не плавать по этому слику, потому что здесь сложно остановиться. Вот. И судя по тому, как я тестил вот этот вылет, здесь хватало 9 бафугинок. Там нам дают 10, то есть одну можно использовать. И ее я использовал как раз после выхода из телепорта, чтобы допрыгнуть, чтобы не делать два прыжка здесь. Теоретически это чуть быстрее. Рокет.
Рокет врезается в этот джамп, блин, как его, джампад? Джампад, да, джампад. Читаем уже все названия, забыл. Вот с ним была большая проблема. Ты проходишь карту, проходишь всю эту стрей, всю эту фигню, и буквально на пару фреймов раньше или позже стреляешь ракетой, и не получается у тебя джампад, и все, ему нужно заново начинать. Это, судя по всему, из-за того, что он кстати говоря, часто бывает не получается, видимо, там баг положил слишком, может быть, сверху, чуть выше, чем надо, этот триггер пуш, который толкает тебя, по идее. И может быть поэтому... Не знаю, возможно, он тестил для ВК-3, потому что в ВК-3 тут отлично, тут можно даже чуть раньше выстрелить, и из-за высоты как раз рокет сразу после тебя приземляется, то есть хватает. А в CPM рокет тебя обгоняет раньше, чем... То есть, у него скорость 1000, чуть быстрее, и он взрывается прямо перед тобой и фейлит тебе весь подлет. Короче, так. Сейчас я попробую здесь где-нибудь засейвиться. Как-нибудь так. И с БФГ здесь... Черт, нужно перебиндить кнопку, потому что у меня обычно на Q плазма. А здесь плазма на Q. Нужно... Записали, ребят, записали. В моем конфиге там же видно. Он 9. Чтобы я. Вот, я могу теперь переключаться. Здесь очень прям плохой вылет. Я столько мучений было для этого вылета, потому что по боковой стенке не очень получается, потому что вот здесь вот можно воткнуться головой, здесь можно воткнуться головой, снизу тоже втыкается. Здесь вот эти вот стеночки синие, они прям ужасные, ужасно сделаны, по стене не получится пострелять, или потолок не горизонтальный, то есть сейлбак прям вообще почти не получается. В результате втыкаешься во все, что только можно, и ничего не выходит. В общем, я проходил сложным путем, я делал 6 выстрелов в стену и 3 выстрела в потолок, чтобы набрать как можно больше скорости. Типа CL-баг получился? Типа, то есть мне приходилось выравниваться прям ровно-ровно по центру, чтобы между этими двумя втыкаться, и там пытаться делать CL-баг. На третью буфагинку как раз вылетаешь так, что пролетаешь чуть ниже этого потолка, вроде бы. Вроде получается вылет. Сейчас попробую. О, ну неплохо, 1100. 1100, да. То есть по-хорошему нужно... Вот видишь, я выстрелил, плохо получается. Ну без читов сложно попасть тут, конечно. Да. Что такое? Видишь, чуть-чуть на фрейм раньше стреляю, чем нужно, и меня не подкидывает ни черта. О. Сейчас еще раз попробую хотя бы раз, чтобы нормально... Нет, рано. В общем, если очень хорошо получается джамп с этого джампада, и потом 6 буфагинок, то потом даже без задержки ты следующий буфага, у тебя получается почти в потолок. То есть ты делаешь 6, потом переводишь мышку вверх и спокойно по потолку по целбагу летишь. Вот. Если не очень хорошо, то приходится делать задержку и только потом переводить. Я очень долго тестил эту фигню. Вот, 1200. Ты обслужил? Или тут рампа? Вот здесь вот есть рампы. Не, ты прыгнула пол, и тебе дало 30 упсов. Ну, видимо, рандомный об был, но я здесь просто дальше прыгал, как обычно. То здесь же нет обов. Давай проверим. А, так тут рампа, это рампа, ну. Да, это... Да, вот эта рампа вниз. Неплохо. Вот до сих пор. Вот. Короче, в идеале нужно было вылетать на 1400. Но это учитывая мою дорожку, которая оказалась самой лучшей. Дальше мы стрейфим. И здесь у нас есть 3 варианта. Первый вариант — дабл джамп наверх. Первый вариант вообще просто мы как-нибудь пропрыгиваем, летим вверх, берем бафугу. Черт, я зафейлился. Ну, дай себе 999. Нет, вот она. То есть запрыгиваем сюда, берем бафугу, здесь берем... так, и там раз, два, три, и летим на финиш.
Вариант номер два был через верх прохождения. Это если мы, у нас есть хоть немножко скорости. Я не помню, где я сохранялся. Далеко? Нет, нормально. Нет, не нормально. Читер, смотри, опа. Это думал. Надо, кстати... По-моему, все легитно. Андеты куплены. Здесь у нас... Ладно. Три ондеда, между прочим, вам вещают, дорогие друзья. Да-да-да. Ай, мне... Можно было, кстати... Эти столбы — это такая боль, чтобы не воткнуться, не зацепиться ни за один столбик, чтобы просто пролететь туда. Прям очень неудобно эта рампа сделана, точнее, столбы на рампе. Рампа, может, еще нормально сделана. Не было столбов, было бы лучше. Так, что? Делаем даблджамп, втыкаемся в столб, делаем еще раз попытку, летим наверх, и здесь нам дали 10 ракет, если у нас получилось пролететь это все. Ну и дальше у нас было несколько вариантов. Вариант номер один — это мы стреляем рокетом в пол, можно было сделать рокет наперед. Так, 4, черт. Ладно, ракеты сейчас попробую еще раз. Можно было ракеты куда-нибудь наперед сюда запустить или просто сделать ракету в ракетенку. По идее, можно было наперед, ну, зависит от скорости. Дальше. А вот этот вот падик, который сбоку, и на финиш. В принципе, все просто. Ну, либо через низ можно, получается, через эту кнопку. Да, и вот вариант еще один. Это если мы берем пилу, прыгаем вниз, у нас здесь оп есть. Мы стреляем в кнопку, нас кидает очень сильно вверх. Да. Очень-очень далеко. Можем прям прыгнуть на финиш. Да, попробуй с другой стороны. Может, здесь удобнее. И я не долетел. Ну, бывает. Бывает. Сейчас еще раз попробую. Чит так можно. Так нажал. Короче, Ну, в общем, я на бас, я не умею прыгать, поэтому я получается здесь. А ты без худа играешь? В смысле, без худа. Без цигаза? С цигазом просто иногда на него смотреть прям вообще никогда. Смотрю куда-нибудь в другое место, там, куда я лечу, куда падаю. Ну, надо же везде уметь смотреть, Энтер. Вот. И с прыжка допрыгивается. Между прочим, ты Димона не перебил. Да. Димон-то за 8 оборзел, а ты за 12 оборзел. О, смотри. Это там внизу. Еще вариант, кстати, прохождения, когда мы залетаем сюда вверх, и получается... Ладно, сначала покажу самую хорошую дорожку, которая у меня получалась. После того, как мы вылетаем на 1400, там на большой скорости, мы прыгаем по этим всем этим падикам. Дальше, кроме прыжка по вот этой рампе, я подумал и начал делать даблджамп вот эту. Это получилось намного лучше, потому что здесь нет этих столбов дурацких. Здесь можно было просто с даблджампа нормально пролететь в тот верхний в окошко. И в идеале, если хорошо получалось даблджампнуть, я подлетал так, что приземлялся вот сюда, на этот краешек. Дальше у меня прыжком было так, что скорость была большая, так что я приземлялся обычно на вот эту вот стеночку. И дальше с рокетджампа, ну, или под себя, или назад, можно было тупо залететь на финиш. Неплохо. То есть это была самая хорошая дорожка вот прохождения здесь. Но если у меня не получалось приземлиться на этот краешек, я не знаю, большая скорость была, то я просто делал рокет-джамп об пол, об левый падик и на финиш. То есть вроде как зигзаги, вроде как медленнее, но в принципе не намного, там, не знаю, 200 миллисекунд, может больше. В зависимости от того, какая будет скорость и как будет проходиться. Так, чё, я попробую некоторые части пройти быстро. Не знаю, получится ли. Надо всех пользоваться, кстати, перед телепортами.
чтобы показать, как что надо проходить. Так, я бы пошел. Опа, 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 Весп стайл. Читы. Кто это? Это Энтер, это Весп. У Веспа тоже есть буква Е в нике. А у Энтера 2, это значит, что... Это ты оттуда украл, да? У Веспа, у Е украл. Не долет, медленно. Видишь, ты сильно прыгнул и перелетел. Кстати, Энтер, а ты пробовал тут тильджамп делать с даблджампом? Обычно сложно сделать, потому что на ракетах летишь в телепорт, и там даблджамп хрен получится. То есть вот здесь, когда вылетаешь от стены, чтобы приземлиться на даблджамп, нужно еще как-то выравниваться. В общем, это сложно и не очень нужно. То есть вот я приземлялся на краешек, на этот пад, потом прыгал вниз. Два прыжка, берем БФГУ, отстрел, рокет, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опа, тысяча... почти 1500. Да, и вот эта вот стенка меня прям очень дико бесила. Сейчас я попробую еще разок, может получится у меня пройти вот это место. Дронов нет. А, да, F4, теперь есть. F4 еще. Ну, F4 у меня телепорт с этим, с гивол. Да что такое? Здесь очень вот этот... Он меня дико-дико бесит. Еще 340, плохо. Я не долечу. Раз, два. А! В общем, почти. Чуть-чуть... Да, чуть-чуть. Было бы на 20-30 упсов больше скорости, я бы нормально попал на эту рампу с даблджампа, и можно было дальше пролететь. Ну и в идеале приземлиться на вот эту вот пимпочку и с нее сделать даблджамп. Вот, ну вроде Рокет. Все. Че? Ты сказал даблджамп. Ну, даблджамп. Да, Рокет, что-то я. Ну, вроде все. Так, ну я могу добежать до финиша, чтобы 7 минут. Чтобы сделать лидущий. Так, как мне это сделать быстро? Ну, придется. Опа. Как? Без читов ты не так уж и просто, да? Давай особо. Да, особо будет проще. Изи лиды для Энтера. Че, с ноуклипом прилетит, да и все. Так же проще. Не дам. Давай! Я не туда завернул. Ну вот, теперь полетел. Есть. Ну что ж, мы переходим к просмотру демок. Ой, что-то поломал. Да, пойдемте смотреть демо. Начинаем. Шарлон у нас 2.41, значит, из Франции. Плей. Очень медленно, вот очень медленно. Он вообще не старался, по-моему. Ну это ВК-3. ВК-3 тут несколько сложных моментов было. Сейчас, наверное, увидим, где они будут. Так, у тебя пошло? Сколько у тебя тайм? 5 секунд, 6 секунд. Ты кому говоришь? Тебе. А, у меня сервер тайм 12.07, 08, 09. У тебя быстрее, все, я понял. Я на плей вместе с тобой нажал. Ну, у тебя очень быстро грузится. Ну, в общем, видим мы, что он пытается просто любыми путями, какими он только может себе вообразить, финишировать эту карту. И исходя из слов валидатора многоуважаемого Дмитрия Олеговича, уважаемый Шарлон Танкович отойдет налить кофе в какой-то момент. Вот он пошел. У меня сервер тайм вот сейчас 12.45. Тебе надо чуть позже на пару секунд. Да. Ты можешь смотреть, короче, в Discord. Изи тайм. Чего раньше не додумались, типа? Чего не додумался?
Так, ну в общем, вот он. Прыг-скок, взял бы фугу. Здесь отличный слик набрал уйму просто скорости. Передумал падать на ракету, сразу решил брать квад. Я говорю, все, с квадом, я бог фрага, ничего мне не страшно, просто Вот как вариант прохождения, взять БФГ, взять квад и... Да, и говорить, что джемплаты для педиков, проходить без них, без джемплата. Для пиджачков. А, не получилось. Я, кстати, в своем прохождении вообще эти кнопки не видел. И не знал то, что их можно юзать. Я думал, вниз упал, все, начинаю заново. Я их даже не заметил, этих опытов. И, кстати, знаешь почему? Потому что я начал играть на новом... На новом что? На ноу-оп сервере. А. Там же обувь нету. Ну да. Но я их тоже, я их увидел только случайно, когда упал туда. Я такой, о, нифига, тут что-то есть. Ну я не знаю, мы могли бы с тобой здесь неплохо побатлиться, но, к сожалению, у меня не хватило терпения на вот эти вот, на финиш. Плюс я играю параллельно рефлекс, рефлекс рейс, там у них тоже чип типа чем. Так что, ну он не последний, 9 из 11, уже неплохо, полторы минуты ему еще до последнего места, точнее до первого. Следующий? Да. Да, кто там? Undead Hunter. Ой, Undead, говорю. Ой-ой-ой-ой-ой. Спалил все инсайды. Undead Hunter 2.20. На 20 секунд быстрее плей. А ты можешь, Enter, ты можешь в Discord тоже смотреть. И easy timing, считай, все. Если качество удовлетворительное. Так, ну что, использовал jump put. Прыгал на гранату, граната, говорит, мне важнее всего, вот я могу, говорит, не жрать сутки, но гранату возьму. Так, здесь прыжка начинал плазмить, это очень странная тактика. Без оба хотел залететь, но он, а, я понял, он, скорее всего, просто хотел взять ракету и потом по веспуски залететь. Неплохо. Дискорде даже смотреть спокойно можно, но... В некоторых местах прям распадается картинка. Ну да, то что пикмик нулевой. Да не, нормально, в принципе. Ну типа нам особо ничего смотреть-то и не надо, так, ну грубо говоря. Чтобы, ну, детализация не нужна, как бы. Мы и так все увидим. Как бы в ЭКУ-3 здесь сложно было. Надо было прям хорошо пролететь, обойти вот этот синий туман, как бы, чтобы нормально с этого сликового рампы допрыгнуть вперед. То есть надо было скорость набирать. Ну, в целом, вот по отзывам средних игроков, эта карта достаточно сложна, в принципе, вообще. Для прохождения. Да, в ЭКУ-3 я пробовал. Очень неудобно некоторые места ходить. Mm-hmm. Особенно в начале, там, где рокет только дается, туда, по-моему, неудобно было допрыгивать. Ну, на самом деле, интересно, что здесь Декс придумал. Так, брал он ракету, брал дофигу и... Вот. Это шарады, да? Брал БФГУ, потому что с БФГУ, конечно же. Веселее. О, да, видимо, да. Как он не упал еще. По-моему, он на колесико перевис и дороже. Возможно. Вообще странно то, что он начал так мучиться, если можно было сверху два прыжка. Ну да. Может, не получалось или не знал. Гранату не затаймил. Собственно, она и не нужна. И финиш. Как оказалось, да. Ну, в любом случае, вот все вот эти игроки, которые, так скажем, вот до минуты, ну, монстриков включим, они все равно все большие молодчики, потому что карта реально в ЭКУ-3 не особо играбельна. По отзывам ВКУ-3-шников именно. А по отзывам ВКУ-3-шников, грубо говоря, нубов, которые еще толком не... Ну, как бы, не контроль у них, они толком не умеют играть. Это вообще ад, а не карта, поэтому... Типа, в любом случае, молодчики, что отправили, это очень хорошо. Итак, Q3 Geeks 206 на 14 секунд быстрее. Где он срезал, Enter, как считаешь? 14 секунд. На 14 секунд. Он в конце, мне кажется, меньше мучился тем, чтобы на финиш попасть, потому что
предыдущий прям вообще. Ой, как картинка распадается. В натуре. Я, наверное, все-таки буду смотреть в игре в следующий раз. О, он через хейст проходил. Да. Неплохо так. Брал ракету. Ну, прохождение принципиально отличается вообще от того, что показывал Headhunter. Но он падал в телепорт, я не знаю, насколько это времени из-за этого он потерял. Там немного, в принципе, но было одно. Опять падал в телепорт, потому что он по скорости потерял много. Скок. Еще на краешек рампы упал. Получил скорость. Взял бы фугу. Ох, и он назад. Да, прикольно. Это, кстати, возможно, быстрее в некоторых моментах. Ну, для него. Интересно, интересно. Ого. Нормально. Четко. Куда все? Эх, не получилось у него. Ой. Может, он так и хотел обратно залететь, чтобы открыть решетку. Так. Он взял патроны. По стенке надо было 3 штуки пустить. Что? Что творится? У него же есть 14 буфагинок. Ему страшно. Буфагинку еще законтролить надо. Так, ну ладно, неплохо, неплохо. Лекс, 1.42.7. Лей. На 4... Сколько секунд? 24. Айтишник Дэнки прикольно. Так, на джампуне... Ух ты, он по этим вообще без плазмы. Да. С гранатой. Интересное прохождение. Поднимался. И... Тоже с хейстом. Он, наверное, не знал про ООП. Ну, возможно. Они, люди, нос запугал людей просто, что обу юзать нельзя. Даже если пишешь, что обу можно, все равно забанят за обу. Как бы, практика показывает, что доверять вообще обам не нужно. Все обы рандом, обы юзать это плохо, ребят. В смысле плохо? Нормально? На многих картах это нормально. И носфу объясни, носфу не мне. Да. Я-то, мы с ним я-то, уже я-то, месяц я-то... долбимся. О, он допрыгнул до пада, неужели? Эй, дальше не получилось. Да, ну, нет, попытка все равно хорошая. Если бы он продолжил, было бы очень круто. Здесь нон-стоп он тоже пропрыгал. Это хорошо. На бфгу. Через слик. И тоже через квад. Вообще странно, зачем ему квад брать? Хотя, может, не получалось у него так. О, собрать все хотят просто. Спидран бакджанг 100%. Так, ну и через кнопку, наверное, будет. А, нет, через бфг проходит, нормально. Оп. И здесь так оп. И здесь так оп-оп. Да, и на финиш. Намного, вот он, целых 20 секунд сэкономил. Простым прохождением, без ошибок, чистенько. В общем, да. Неплохо получилось. Выполнено очень хорошо. И на 29 секунд перебил его, или на сколько, на 30? Ну, подожди. Короче, на полминуточки срезал. Корнер на 1.13, плей. Рлау, как говорят у нас. Отправил демку в ЭКО-3, чтобы поднять рейтинг в ЦП. Таймскейл репортер! Все ясно, банил. И он через Торня с хистом проходил. Да, ну вот он уже заюзал оп. Гранаты ему здесь были не нужны. Кидал плазму наперед, но не словил. Так, прикольно. Плазмы? Очень странное прохождение. Да.
Ну, Торнер, как всегда, свой рот как-то выдумывает. Невероятно. Ну, неплохо, неплохо. Ну, в ЭКУ-3 это немедленно, нормально как бы. Ну, выглядит норм. Выглядит норм, да. Тоже залетел. Ну, здесь должно быть максимально чистое прохождение у Торнера. Без бафиги. Потому что есть хейст. Болтала, хейст это хорошо. О, да, зафейлил. Ну все, ну нет, ну это все, минус уважения Торна. Надо было перепройти нормально, блин, это, без косяков. И здесь еще упал. Так странно упал, может, вообще. Ну вообще. А подожди, получается то, что что с кнопкой, что без кнопки, точнее, что с обом, что без оба, да? Ну да, на одну высоту. Тебя кнопка на фиксированную высоту толкает вне зависимости, типа, от... Фиксированную скорость. Да, на фиксированную скорость вертикальную. Если бы она давала просто вертикальную скорость, приплюсовывала, было бы лучше. Да, ну с обом было бы, можно было бы, наверное, сразу на финиш вообще таз. Можно было вообще в космос улететь. True. Декус на 2 секунды перебил Торнера. Декус Торнера перебил. Декус. Лей. 1-1, это нужно смотреть. Я же говорю, он просто отослал до кухни, просто рейтинг поднять. Ну рейтинг поднять, надо управлять норм демки, а то забанен. Что-то я не вижу, чтобы ты норм демки отправлял, Егор. В смысле? Где демки нормальные, Егор? У Энтера, Энтер купил все. Так, ну роут аналогичный и торнеровскому, только выполнен он, конечно же, быстрее. Залетел, отлично. Стрейф вроде нормально получился. Не пойму, когда ты кусты играть научился? Что зря, как? Зря он побоялся прямо прыгать, мне кажется, он допрыгнул. Ну, может быть, очень часто не получалось, и поэтому решил, типа, ну, без лишних рисков. Делать наверняка. Тоже без бафаки проходить. Не упал здесь в телепорт, между прочим. Вот отсюда и плюс сразу, 50 секунд. Да, да. И здесь не зацепит по-любому. Вот, изи. Тоже собом. Просто ну, два прыжка. Ну вот, два прыжка, вот. Вот, изи, изи, Торнер, учись. Учись, вот, у Декуса учись. А Декус, учись монстрика, который перебил тебя на 11 секунд, между прочим. Изи Лай. Посчитать. Изи посчитать. И не умничай там, сидит. Пизда. Матан сделал, Дима, посчитать ему изи. Ой, все. Так, пока что все понял. Неплохое, скорость нормальная. Да, тоже через хейст, собом. Ты здесь прыжка? Это, если никто больше так не сделает, это приз за оригинальность, я считаю. И приз за внимательность и за оригинальность. Ты же, Enter, в курсе, да, что у нас теперь можно выдавать призы за оригинальность на сайте прямо? На сайте? Да. Нет. Я Носова так и добил, чтобы он сделал. Теперь... Ачивки? Да, типа ачивок. Ну, там только не ачивки, это в таблице будет видно. Я покажу потом. В общем-то, он монстрик сделал. Видно, на какой карте это она? Да. Там прямо в таблице результатов рядом с ником будет этот impressive значок ставиться. И с одного прыжка залетает, да. Ну, очень-очень классно. Прошел прям монстрик. Красавчик. Почти из минуты вышел, да. Почти из минуты, почти Кианекса перебил. А, кстати, это топ-3. Поздравляем тебя, монстрик, с топ-3. Угу. И Кианекс из ада. У Кианекса до сих пор кусает пуз там где-то за пятку, видимо. Так, и на 2 секи перебил. Давайте посмотрим. Ой. Так, давай ты теперь Enter, давай раскладывай. Давай, уничтожай его скилл. Что не так, давай, говори. Что не так? Да, что, вот что, в чем Кианекс? Вот на джамп стрейфа не хватило, чтобы сразу скорость нормальная. Долетело неплохо, в принципе. Ну, у монстрика вот эта часть быстрее выполнена. Опа, зачем мне стреляют в стенку? Я не понял. Просто стоит. Извини, монстрик, ты больше не оригинальный. Энтеру, наверное, дадим за оригинальность. Я посмотрим, что может Декс что-то сделать.
А здесь изи долетел. Стрей, кстати, хороший. О, сразу до дырочки долетел. Как все быстро. Как круто вылетел. Вообще, вообще классно идет. Даже. Да, да, да. Да, и здесь отлично получилось. Правда, вот тут можно было посильнее, типа, вылететь. Финиш. И финишировать чуть побыстрее, вот мы как раз на 3 соточки, как, чтобы 50-70. Как-то посильнее. А, чтобы быстрее сделать? Ну да. Ну, можно же давать себе, ну, как в ЦПМ, просто в сторону начинать стрейфить, тебя сильнее выкинет, там, на 900, а то и выше. И, типа, можно побыстрее пройти. Он, тогда ты ближе к центру приземлишься, там, ниже, да, и можно... Там можно законтролить. Можно, ты не играл. Я верю, я чую. Декс, топ-1. Декс, да. 53.9. Егор, законтроль, когда у тебя будет чек плюс 3 секунды. Изи. Законтроль, Димон, рокет на сити-рокете. Сам себя законтролю. В общем, Декс, слышишь? Декс топ-1, естественно. Он ДФЦ топ-1 всегда у него. И здесь он отлично прошел. Без хейста, без всего. Есть, вообще не может. В общем, офигенно пройдено. Да, наслаждаемся, ребят. Если что-то будет прямо не так, я скажу. Опа, не долетел, да, немножко. Да, потерял. Чуть-чуть там. Ну все, это что, минус уважения Дексу. Кианекс быстрее упал на шоу. Да. Ну, Кианекс реально моментами, и здесь... А, ну там Кианекс еще с хейстом был. А, ну да. О, неплохо. Ого, неплохо. И здесь рано упал. Здесь он как раз назад вперед сделал отводку, mm-hmm. чтобы больше скорости получить. Да, и изи плюс сека для Декса, и там еще берс заходит неплохо. Ну что ж, поздравляшки, конечно, для кутришников. Перейдем к CPM. Дулка, вилка, дулка, дрилка. Ты кто? Или ты что там? Enter. Че, я готов, все нормально. Все, 1.28. Лей. Вилка. Вот это все. Вилка. Или билка-вилка. Вулка. Или классный вулка, или вилка. Ник знает, мы сами не знаем. Он сам не знает, видишь, у него ник. Так. Заворачивал. Все неплохо, до сыка сразу не долетел. Даблджамп не делал. Просто отстреливается от стен. Через джемпад поднимался. Очень высокий сенс. Так, и зергов можно слик вставить. Почти не завязал. Да, на слик, ну, не попал, к сожалению, на слик вообще. Суть. И проходил через БФГУ. И через квад. Оп. Опа. 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 Просто минималистичное прохождение. Я, говорит, пройду и буду минимум стрелять. Один раз одну буфугинку завязал. Вопрос, зачем, если там рокет давали? Да. Зачем вообще за БФГ бегал? Бакджанг 1% спидран. Так, ну и здесь через левую стенку. Без гранат, я надеюсь. Да, просто стрелился. Очень много времени потратил в конце, прям вообще. Да, ну, видимо, не получалось законтролить такой ровный какой-то отстрел от стен, поэтому все так произошло. 1.08 на 20 секунд. Пашка перебил плей. Из Петербурга. Петерсбург. А ты был Enter в Питере? Не, у меня брат был. И как там? Брат рассказывал? Говорит классно, намного больше места, как бы выглядит все чуть-чуть поширше, и улицы все стоят, чем в Москве. Ну и правильно, Москву это. Что ли дело, в Ижевске, да, Дима? В Урае, да, согласен. Так, ну пока все очень быстренько происходит, у нас стрейф такой более... Четкий немножко видно, до слика также не долетел, не заюзал. Ну
и пады, конечно, пады надо поиграть, ребят. Пады надо играть. Здесь за квадом не ходил, отлично попал на фугу в джампад и вылетел, еще и рампу там боковую заюзал. Да, пока очень круто все. И через... не получилось у него дабл джамп. Да, к сожалению, да. Но все равно это быстрее, чем через низ. Не финиш. Вот так же проще, просто по правой стенке, чем бегать на левую, там что-то собирать. Не знаю, почему они так делали. Ну, видимо, сложно. Да. Да, следующая демка 1.03, да? Угу. Лей. Что, давай. Ангоп Xiliche. Xiliche. Так звучит, да? Enter. 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 И что это? Enter. Xiliche. Вот что звучит. Тоже две стенки использовал. Оп. Стрела. Ну, очень быстро, пока у нас Пашка летит. Не вышел. Да, бежал. Тем не менее попал на слик, сделал дабл джамп. Да, засликал даже немного. Тоже проходил через БФГУ. Не получился у него нормальный выпрыг. Ну, джампад, но с помощью БФГУ получилось у него залезть. Финиш. Да, интересное прохождение от Пашки. Не залогинился почему-то. Ну ладно. Так. Да, давай, ты там. Тыкай. Да. Год Dead. 59.0 на 4 секунды, даже чуть больше. Play. Первый, кто вышел из минуты на данный момент. Нгодит. Нгодит. Что за модель? Ну-ка, Димон, проинспектируй. Чё, я не слышу звуков. О, использовал, кстати, рампочку левую. Да. Я так пробовал в АК-3 использовать, но она, не знаю, неудобная очень была. Она очень много скорости как-то это съедала. Тоже попал без на слик. Он без дабл джампа почему-то на слик делал. Брал квад. Без БФГ. Окей. Быстренько. Неплохо, неплохо. Оригинальненько. Но не на приз. Не на приз. Где-то у нас был опять жил. Немножко не хватило. Да, немного не долетел. О, еле-еле прям. Да, жестко долетел. Ну, 59, нормально, нормально. Очень даже ничего тайм. 57.4 на 1,5 секунды. Хух, Алла перебил. Плей. Отлично получился и дабл джамп, и скорости много. Через ООП. Угу. О, сзади тоже проходил. Ух ты, как ракетами классно стреляет. Потому что он так стреляет классно, потому что проконспектировал наши туториалы. Имейте в виду, ребят. Вот, Enter, ты конспектировал наши туториалы? Он писал их. Ну не все же, но он же по-любому про ракету конспектировал и зарулил эту карту из-за этого. Эх. Не стал там через рампу прыгать, просто понял. У него не получилось. Ну да, там не выходило.
Здесь, кстати, тоже такой финиш забавный. Он, видимо, не триггером, типа, сверху донизу сделан, а просто как квадратиком. Квадратиком, да. И поэтому, чем ниже вы будете на финиш падать, тем лучше. Вулканоид на 200, типа, быстрее, чем Хухухало. Лайк. Верхний рампа даже две штуки взял. Ух ты, интересно. Да, так. Никто еще не проходил так. Заявка ли это на оригинальность, как вы считаете, коллеги? Недостаточно. Подтверждаю. У него стрейф не очень получается, он проскакивает мимо зон, видимо, он без худа, без газхуда, снап худа, точнее, играет. В общем, совет ему потренироваться в стрейфе. Посмотреть туториалы по стрейфу. Почти перебил Декса в Q3. Да, между прочим. Там следующий. Из Ту, из Латвии, 54,8 на 3 почти секунды быстрее. Он зацепил ей двери. Как он вообще не упал? Ух ты. Сумел использовать рампочку, чтобы не упасть. Это тоже очень хорошее, как это называется, умение, когда ты видишь то, что все, и сможешь кое-как вырулить, чтобы проходили дальше. Че, может, это приз за оригинальность? Не знаю. Ну и со стрейфа долетел до финиша. Соба. И стул, в общем, прохождение Соба было неплохо. Его перебил на 2 фрейма. Лоли Пополинус. Пополинус, по-моему. Пополинус. Так, 9-я неделя стала быть варкапа с бустом. 9-я неделя уже густы. Ну, на него не вышел он, но хоть что-то получилось. Лепорт перепрыгнул, как рука трясется. Никогда так не получалось хорошо идти. Ну, мимо телепорта проскочил. Потерял кучу времени. Ты там сзади немного. Да, я знаю. Я случайно не ТДМ-ку. Слоупока в чат. Ага. А где чат? На премьере. Эндер, всем привет. Хочешь передать привет всем на премьере? Не хочет. Не хочет. Ну и ладно. Че вы мне, говорит, с вами смертными привет еще передавать? Вы бакджамп не зарулили? На секунду кипиш перевел из Челябинска Лоли Пополинуса. Плей. Привет, варпак. Ты типа такой, сейчас варпак как раз подошел. Да, я смотрю. Да. Я в будущее смотрю. Так, кипиш на динозавре у нас разруливает. Пока что очень неплохо, хорошо проплазмил, сделал даблджамп на рампе. Неплохие ракеты. РЖ не получился. Эджампады, да. Телеп джамп не получился. Будет на прыжок больше надо делать. На даблджамп вышел зато, далеко улетел. О, кстати, кипиш. Неплохой лавхак использовал.
он отстреливался не от джампада, а от стены, от которая стенки. Рядом с джампадом. И это как бы 100% вариант, по идее. Ну и тоже через кнопку. Декс так же делал, кстати. Он от стенки стрелялся. Угу. Так, Сиди Хабиб на 500 быстрее, чем Кипиш. Так, 50, подожди. Чё? А где лид? Чё, какой лид? Чё-то я топлю. Какой лид? Так. Я все топлю, я... Ты думал, что это литих? Литих. Undead Lithium, да не бывает такого никогда. Undead Lithium. 53,4. Вас там, да, идет уже? Нет, я остановил. А, я тоже. Окей, давай. Мы в команде работаем. 53,4. Play. Касать плюс. Почему? Плюс. Вот про кипоп всю премьеру сидит, хоть бы слово сказал. В натуре, как этот. Не получился буст, но хоть что-то. Главное, не запорол совсем. Да не, получился немножко. Там вообще доля секунды прям. Прям на краешке сделал уже, хорошо залетел, сделал хороший выбрык и попадет сейчас прямо на старт Слика. Да, на сожалению, не просто не совсем. Напряжок больше сделал, чем обычно. Заплазмал наверх. Немножко высоко, но в принципе нормально. Пришлось зигзагами попрыгать. И через верх проходил. Два прыжка. Не успел заловиться. Сити. Эх. Рашер. Но! Примите во внимание. Значит, M&A Black Shadows Thrasher. Имя на DevComps. Avenger. Стал быть Роди. Это 100% типа Роди, потому что это тот самый, который отправлял. Ну, если зайти на профиль Avenger, то там понятно, что это Роди. Он уже отправлял демки. И в общем-то, либо он начал использовать конфиг трэшера для игры, либо я не знаю, что там произошло, но тем не менее 2 секунды срезал от Сиди Хабиба. Ой. Православный привет, игрок. Да. Нет, ты по-прежнему здесь Avenger. Ну, видимо, DemoName не сменил. Я не знаю, вроде, если ты смотришь, братишка, поменяй, а то вводишь заблуждение старичков. Молодежь. Да, DemoName? Да. DemoName поменял. Трэш вроде давно не играл. Я, по-моему... Да и CPM он не стал. Не, он играет, поигрывает. Я его частенько, в принципе, вижу. Ну да, там не активно, так скажем. Активно. Неплохая плазма получилась. Или джампадом не сделал прыжок, упал быстренько. Проходил через низ, через типа об. Но это не об, нифига. И финиш. Не знаю, зачем там было делать об, если он... Ну вот. Джан, ну, собственно говоря. Я так понимаю, что для тех... кто проходит через БФГУ, но долететь до БФГ так не может. И типа ты делаешь оп, туда залетаешь на БФГУ, просто. А оп-то не нужен, я думаю. Там же кнопка тебя подкидывает быстрее, чем... Ну, видимо, он так добавил просто вариативности, я не знаю. Может, не вариативности, а не просчитал. 47 либо 8. Ладно. Да, что-либо, что? Либо планировал туда какую-нибудь пушку зафигачить там. Рейл. Кнопки сделать. Кинуть туда дробовик. 47.8, ну. Торнер 20.15, значит на 4 секунды почти перебил плей. Перебил Торнер трэшера просто скриним и себе в рамочку ставим. Слышал, Торнер? Хороший буст. Ой, заложил быстро сюда. Себя. Эх,
Не допрыгнул, на прыжок меньше. Да, пришлось сделать на прыжок больше. Ой-ой-ой. Но зато и здесь тоже не допрыгнул. Везде не дожал донор, ай-яй-яй. Здесь слишком много скорости. Тоже высоту не рассчитал, где отпрыгивать от стенки. Там прыжок не дожал, тут не дожал. Зато здесь... Минус полторы стенки. Зато здесь получилось нормально ракета. Да, финиш хороший, финиш хороший. Шарлон, четвертое место, подходим. Мы уже вот-вот подошли к заветному, заветному энтеру, который не звучит так круто, как Xili Gen, но тем не менее первое место занял. Шарлон из Франции, плей. На 700 перебил он Торнера. Вот Шарлон, вот в ЦПМ постарался, вот ЦПМ постарался, это коса. Кстати, вот Шарлон в натуре, он, у него последние демки, то, что я делал обзоры, вообще очень крутые. Видно, что он прямо старается и делает дело. Какой мувмент. Я один, что ли, одну стенку взял? Походу. Да, ну, потому что там, где статуи стоят, они сбивают стол, потому что ты в них ударить мог. Да-да-да, никто же не потестит. Нет, ты сам прыгнул вниз и пролетел сквозь. Ну да, это типа намек на то, что вся платформа, она такая вот, ну, не знаю. Опа, 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 у Эндера роут попиздили, смотри. Опа, Егор, что это за чекпоинт такие, смотри, плюс 64. Он вылет, потому что хорош. Ну я в онлайне, кстати, играл, он, по-моему, спектакл, как я играл. Плюс 500 от Вуди, между прочим. Скриним, скриним, ребят. Шарлон перебил Вуди. Бум. Так, пройдено, в общем-то, очень круто, да. Нубзорн. Тоже из Франции, 45,8. Это у нас на сколько? На 1,3? Да, где-то так. Быстрее, в общем, плей. Третье место, Зорн, поздравляю тебя. Ты все равно это никогда не услышишь. Потому что он из Франции. Потому что он не смотрит обзор, в отличие от Шарлона. Шарлону придется переводить, наверное. Ну ладно, мы сегодня компания, я не буду там лёкать. Ну от меня минус секу все делают. Просто из-за того, что юзают лишнюю стенку вначале. Да, хороший вид. Слик вообще, да. Очень офигенно круто. Вертел. Космос улетел. Опа! Опа, под себяшкой иду, твои бум! Шикарно, шикарно. Да, хорош, хорош. Монтёр, второе место, красава, на 700 перебил Зорна, лай. Монтёр! Бусты, естественно. Облажал, опять две стенки. Ну, буст, в смысле? Ну просто никто из FPS не делал одну стенку, поэтому Монтёр сделал две. Ну да. Никто не спекулирует с FPS за это. Да. Опа, перчатку достал. Опа. Страты, страты. Че? Пиздец. За базар. А почему они вот все, они так залетают и не используют боковую стенку? Там же по боковой тоже можно успеть. Да нет, там головой ударишься. Не-не-не, там можно перейти на стену, типа. Перейди. Финиш быстрее, чем у Энтера. Нет, помедленнее. Ну, один из финишей Энтера. Типа, до того, как ты начал прыгать раньше, от ранней рампы. В общем, ладно, не суть. Ну, короче, пройдено круто, под себяшки, вот это все. Монтёр реально красава. Красава. Бустов мало для Монтёра. Бустов мало, да, очень мало бустов, поэтому минус тебе рейтинг вообще сейчас выпишу. 41,7. Enter. Просто с огромным разрывом. Просто 4 секунды, 3,5. Изи. Как всегда. Откусил от Монтёра просто вот от ляжки. Откусил. Откусил. Сказано. Плей. Посмотрим. Сейчас разберем прям по полочкам быстренько и скажем, что оказывается, что демка-то говно. Так, Circle слабый, 580.
Здесь ладно. Ну, здесь буст можно было и побыстрее. Здесь очень хорошо отпрыгнул. Можно было здесь тоже сделать на этом патике буст. Ракеты, по идее, медленно. Так, выпрыг тут, ладно, не особо критично, чтобы по спейсингу попасть. Сначала по зонам. Снайпинг не по зонам. Здесь у нас все хорошо. Попадал на фугу. И 1300, да, красава, очень-очень круто. 1500 почти здесь добрал. На сверхзвуке просто. Да, и здесь от падика. Ой-ой-ой, у тебя наверняка было, что ты типа делаешь РЖ и попадаешь прямо в пад, втыкаешься в него. Но здесь у меня прям, я не знаю, как реально приземлиться на пад. Там на такой скорости очень сложно приземлиться на него. Обычно или прилетаешь его нахрен, или втыкаешься. То есть, когда скорость дофига, там 1600, что ли, или того было. Вот. Лучше, если поверху получалось. Вот, здесь у меня классно получилось пройти сбоку. Неплохая дамка вообще. Так и шо, будем в таймскейле смотреть или нет? Ну, я бы не смотрел, я не знаю, что тут смотреть. Или? Окей. Ну, можешь тогда этот браузер показать. Да, пойдемте в браузер. Итак, что у нас тут есть по итогу? Хулиган получает минус 6, Хухала минус 4, потому что стараться надо лучше. Кстати говоря, обратим внимание на рейтинг CPM и то, что Enter находится под ZQN-ом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я знаю, я просто дамки редко отсылаю. Пуз находится над Enter-ом, просто изи. Ну, а, конечно, топчик. Икарус над мной. Икарус над Димоном. Ой-ой-ой-ой-ой. Старики. Изи. Строк Дады в топе, чё? Ну да, Дады в топе. Ну, Тентер, конечно, не знаю, как, в каком клане он, не знаю. Ну, в общем, кстати. А. Не, странно, чё у меня с профилем. Надо посмотреть, кстати. Может, приписать. А чё у тебя с профилем? Подпиши, вот у тебя... Четвертое место на СТЦ-45, как же так, Эндер? Что случилось тут у тебя? А, ну тут у тебя случился я понял. Так бы третий мог. Понятно. Ну, в общем, ладно, не суть. В общем-то, такая вот была карта. Кто-то получил в плюс, кто-то получил в минус. Да, Торнер отослал, получил плюс. Положительный рейтинг. И вот это все, комментариев пока что всего 3. Монтер. Ну, ёпты. И вот это все. Обязательно чекните, кстати говоря, видос про рефлекс. Кому интересно, начинайте участвовать. И следующий у нас варкап. Беатриксовская карта. Рокет. А это значит, что может быть даже что-то я и поиграю, но это не точно. Ну что, есть вам что-то добавить еще, дорогие друзья? Ну, вроде нет. Старайтесь лучше, присылайте больше демок. Как обычно говорят. Ну и все, да, не забывайте стараться лучше. И все, ребят, всем спасибо, всем пока. Всем пока. Еби.